Добрый день, как вас зовут? Володя. Владимир. Владимир проживает здесь с женой и дочка, внучка и сын. Дома, дома никого нету. Дело в том, что дочка получила ранение, когда сюда вот там с того края полустены не было. С Михайловки, когда упасили, и с той стороны как раз пол газового дымаря скосило и как раз в окно. И вот это три окна вылетело сразу в этот день. Ну и на кухне, что окно было тоже. До сих пор вот так стоят окна. Ну, то стоим, боимся и открывать. Уже знаете, как истерика, вроде бы как закрыто, вроде бы как побезопаснее. Поспокойнее. И вы были ранены, да? А? И вы были ранены. Ну, у меня лицо, видите. Да. Посечено осколками. Да. Это ж как летело вот это все. Ну, правда, сейчас нету. Мужчина один, внучка, да, у вас? Внук. Внук в садике, да? Не в садике, они только с женой ушли. Только ушли, да? Ну, вот, наверное, минут 15-20. Ну, мы ничего не застали, ничего страшного. Мы знаем, что вы нуждаетесь в нашей поддержке. Благодаря моим друзьям-подписчикам мы приехали, привезли вам продукты, как-то поддержать большое. Вас. Ну, какая, а то, конечно, так тяжеловато выживать. Вроде бы это, но что... Этой пенсии не хватает, что они дают. Маловато. Говорят, увеличится, будет увеличиться. Когда она увеличится? Да. Этих пор, как хоть. Только вместе с ценами все увеличивается. Ну да. Так оно что это? Там увеличили. Вода, то. Все поувеличилось сразу. И продукты тоже. Сегодня одна цена, завтра другая цена. Жить становится тяжелее. Да если бы еще куда-то, блин, не было стрельбы, можно было куда-то поехать, подзаработать. Ну что, на пенсии делать? Друзья, спасибо вам огромное за вашу поддержку и низкий вам поклон. Спасибо вам, что вы приехали, не забываете, помогаете. Все равно, что так бы мне, представьте, 5 рам надо было покупать. 5 рам. Я пошел, узнавал. Сейчас рама, вот, как у меня на кухне, 9 тысяч стоит. Что, поставить сейчас? Это вот была, когда вот еще с Россией унитарка вот поставили. А так я бы и не делал бы. Ну, просто где? Это надо так, живот завязать, не есть, чтобы поставить эти рамы, да, все остальное. Ну, а сейчас потихоньку в хате мажу штукатурю. Нанимать дороговато стоит. Только это обои хотели наклеить. Пошел, сказал, что-то, бля, 300 рублей квадратный метр, блин. Это вот комнату поклеить, сколько денег выкинуть. Ну, то сам, 5-60. Пострадал, бедняга, мол, глазик. Ну, глазик осколком попали. Даже здесь на трудовских собачки бедные тоже страдают. Да. Хороший умный попёс. Это помесь пекинеса. Да? Скажи, я наполовину чистокровный. Одного украли, я двоих брал. Этого чип остался, Бима... Сперли. Ну тут маленький.